Центр принимает детей в возрасте от 3 до 10 лет. Стоимость устройства, специально приобретенного в России, составляет 2 миллиона тенге. Оно необходимо для реабилитации детей, имеющих трудности в передвижении, когда мышцы в движении улучшаются и работа мозга, говорят специалисты центра. Принимаем в этот бассейн детей с ограниченными возможностями, с особыми потребностями. С детьми работают индивидуальные тренеры. Каждый особый ребенок будет работать индивидуально с тренером. Наша цель – не только научить ребенка плавать, но и помочь ребенку с ограниченными возможностями адаптироваться в социальной среде. Это первый в нашем городе бассейн для особенных детей. Совместно с тренерами дети выполняют различные упражнения для поврежденных суставов. По словам специалистов, в воде нагрузка на поврежденные органы снижается. Мы часто встречаемся с такой проблемой, что особенных деток не хотят брать из-за сложности в работе, из-за большой ответственности, из-за неумения работать с ними. Поэтому многие дети остаются без данной услуги. А вода – это в первую очередь оздоровление, это расслабление, улучшение психоэмоционального состояния ребенка. И это имеет большую пользу. Поэтому тесно связанные с данной проблемой, имея собственного ребенка, наблюдая за особенными детьми, которые занимаются в нашем центре, мы приняли такое решение, что нашему городу необходим данный проект для наших деток. Длительность лечения зависит от сложности заболевания. В среднем один курс длится от 10 до 20 дней. Курс необходимо повторять 2-3 раза в год. Айгерим Бегенова, Салтанат Бисенова, Павел Соловьев, Кокшекпарат.